Приветствую всех подписчиков и зрителей канала. Давно мы с вами не заглядывали в пустоши. И вот решил я нынче это сделать. Что ж, посетим пустоши, посмотрим, что и как здесь у нас нынче, как обстоят дела. Как вы знаете, выпускают моды всяческие разные, но я их все не устанавливаю, конечно же, хотя часть из них проверяю, пробую. И вот попался на мои глаза такой мод, который преображает листву, плюс преображает сенчури, делает ее постройки, так скажем, довоенными. Но я этот мод немножко переработал. Дело в том, что оставил некоторую листву на деревьях, так как это будет правдоподобнее. Прошло как бы уже 200 лет после взрыва. Деревья должны уже к этому времени реанимироваться. Не стоять же им вечно корягами. Вот, появляется вот такая вот желтая пожухшая листва радиационного типа на некоторых из них. Это как раз таки касается нашего огромного дерева, находящегося в Century. Также, как вы видите, почищены дорожки. Это достигается модом, который позволяет сделать тебе субботник, убрать всю листву с дорожек, которые лежат, кучки мусора, листвы с них, кстати сказать, тоже выпадает после сбора энное количество материалов, которое может вами использоваться для крафта. Ну, соответственно, это правильно там, что убирая мусор, мы получаем какие-то вещички. Дома выглядят вот так вот. То есть, внутри дома, как видите, тоже листва вся убрана. И... Welcome back, sir. Да-да-да, обязательно. Тебя тоже с возвращением, все дела. И, как видите, стенки местами с обшивкой, с такой, какая она была до войны, и местами такие же порепанные, покореженные. Это все, так скажем, ставка на поселенцев, то, что они обживают данное поселение, поселенцы, опять тавтология. Вот, ну и, скажем так, благоустраивают это поселение, делая обшивку и так далее. Также, как видите, обшивка немного изменена, но не так, как в моде. В моде она яркая, довоенная, а тут нет. Крыши я не правил, оставил такими, как есть, только черепица немножко темнее по текстурам. И такие же бледные, порепанные черепички на стенках. То есть в моде они полностью заменяют все текстуры, дома становятся как новенькие, но... Здесь я сделал так, чтобы было максимально правдоподобно и при этом при всем понятно, что поселенцы наши начинают новую отстройку данных домов, то есть появляются какие-то обшивки, более-менее облагораживаются наши здания, строения. Так, что еще? Зажег лайк-панелью. Просто поэкспериментировал, какие цвета есть. Hi, что можно сделать? Да я нормально. I'm fine, thanks. How are you? Так, вот такие вот панельки на желтых домах. У нас, как вы видите, здесь это целесообразно. Как раз таки по лору игру. Most people are good at breaking things. I enjoy putting them back together. Да, да, да. Я в курсе, ты Кэп, ты каждый раз мне это говоришь, что ты можешь все починить. Как я уже говорил,
это по ору, потому как здесь постоянно кто-то подходит, начинает стучать, выпрямлять панели. То есть что-то делает. Ну и соответственно наш домик точно так же преображен. Поставлены панельки, лампочки я тут воткнул, стало более-менее как-то все поуютней. На мой взгляд так, на ваш не знаю как. Посмотрите в комментариях, напишите, пойдет, не пойдет. Вот. И, так сказать, наполню некоторыми вещами, которые тоже соответствуют лору игры и, в принципе, облагораживают комнаты. Вот, допустим, кофейная кружка стоит, кегли для боулинга, тут вазы у нас, правда, одна почему-то провалилась. Ну да ладно, фиг с ней. Вот такие вот дела. Так, как видите, броньку себе тоже нашел. Недостающие компоненты, ну, в плане того, что на ноги и на руки усиленную броньку. То, что мне недоставало, и апгрейдил их, насколько это возможно. Но мне все еще не хватает науки, так как нужно прокачать уровень персонажа для того, чтобы открыть еще один уровень науки. Четвертый, кажется, на данный момент. Поставим вот такой вот домик на пустыре. Этот домик, так скажем, для развлечений тех, кто находится в дозоре. Они тут днюют и ночуют, поэтому как бы должны развлекаться. У них тут полочки, картинки, диванчики, столик, бильярдный стол, бар, все дела. Диско-шар вот тут крутится, тут напитки, так скажем, сигареты, все, что необходимо для коротания времени. И white панели забит вот такой логотип Fallout в его цветах синий и желтый, буквы F, кверх ногами перевернута и в обычном сегменте, как мы привыкли ее видеть. Вот такие вот дела у нас тут происходят в Century. Ну, при этом, при всем, я еще наткнулся на такую замечательную вещь, бродя по миру. Сейчас я вам ее покажу. Как? Где же она? Где? Вот тут вот спутниковая антенна. River Beach. И надо бы ее посетить. Надо бы ее посетить. Еще надо будет сходить вот в этот особняк, но они там какое-то задание мне дают. Вот, и в прошлой серии в конце я вам обещал показать, как изменился замок, вернее, как изменится. Он теперь изменился, и мы обязательно туда сходим, но сначала переместимся до спутниковой антенны в River Beach. Здесь я случайно просто наткнулся на этот объект, зачистил эту спутниковую антенну. И там, я думаю, много чего лежит. Не было времени полутаться, как бы пробежаться, посмотреть, что там. Но там были у нас супермутанты. Так, человек 10 было. Итак. Вот оно. Это место интересное, станция так называемая. Пойдем прогуляемся, посмотрим, что тут есть. Так, наверное, поставим вид от первого лица. Ага, понятно. Все с вами ясно, хорошо. Сюда мы больше не ходим. Пойдемте к следующей башне. Тут меня ожесточенно поливали мутанты. Я думаю, что-то же они так защищали. Может быть, так скажем, дом свой. И какие-нибудь плюшки есть в этих домах. Так.
Давайте тут двигаться помедленнее. А то знаю я такие варианты. Можно свалиться и оказаться в не очень выгодном положении. Ого! Вот это, блин, хорошо. Так, броня для ног супермутанта. Для ног. Так, ее брать мы не будем. Вот толстяка мы возьмем. Тут крышки, патроны. Так, что еще? Демпферный. Ну, не нужно нам. У нас, в принципе, есть под Томпсон, мне кажется. А, или это дробовик. Ну, в общем, у нас это все имеется в наличии, поэтому нафиг. Так, и броньку я бы взял. Пойдем. Так, ну и также, наверное, потихонечку будем спускаться. Хотя, в принципе, говорят, что в броне можно даже спрыгивать, и будет тебе пофигу. Ну вот в этом экзоскелете. Проверим. Действительно пофигу. Ну, небольшие кровавые пятнышки, правда, в глазах появились. Но шибко это здоровье не отняло. Хорошо, что у них вот тут вот здесь вот был там какой-то домик настроен сверху. Хочу туда зайти. Так, медленно, чтобы не упасть. У папа была собака, он ее убил. Что это тут такое взорвалось? Так, патроны. Аварийный пульсатор, окей. Сигнал бедствия. Ну, это, видимо, отсюда шел сигнал бедствия, и мы взяли. Так, голозапись скриптора взять. Жетон взять, ядерная батарея. Так, лазерный карабин. Посмотрим, что это. Броня скриптора берем. Нет. У нас такое уже есть. Оружие. Так. Извини, конечно, скриптер, что мы тебя разули и раздели, но... Так, у тебя тут даже спальный мешок. А чё ж ты здесь-то? Около передатчика, видимо, передавал сообщение. Да тут тебя настигла шальная пуля, да? Что ж, давайте поглядим, что это за такой... скриптер интересный. Так, так, голозапись скриптера Фарс. Так, окей. Можно найти другие сигналы бедствия. Это мы, видимо, сможем сделать отсюда, если пойдем дальше. Ну ладно, этим мы займемся позже. Давайте, наверное, сейчас переместимся, так как серия называется «Приятные мелочи». Поэтому переместимся в замок. Там у меня уже целых 4 человека. Что ж, погнали. Ох, какой клевый значочек. Так, сейчас я вам покажу
наш замок, как он выглядит со стороны. Для этого отойдем вот сюда вот, развернемся и пошли. Вот так вот мы подходим. Вот наш замок. Как вы видите, дырочки даже я попробовал залатать железом. Вроде бы как получилось неплохо. Прорех не видно. Вот такая вот точка у нас. Два пулемета. Там у нас два льва сидят на воротах замка. Здесь же, как у нас принято, так же как и в средневековье было принято, все пассивные культуры располагаются за стенами замка, то есть деревни, все дела там. И вот такие вот делишки дела. Здесь тоже по возможности залатал. Над входами у нас располагаются теперь фонарики. Здесь по центру у нас стоит такое сооружение, которое маскирует наши источники по добыче энергии, наш, так скажем, генератор электростанции. Здесь, соответственно, везде надписи про то, что электрическая часть заведения данного нашего замка, и туда не стоит заходить. Также понастроил я вот здесь вот лесенки, которые помогают подниматься нам наверх без особых проблем и труда. Правда, небольшой прыжок надо в конце совершать. Эту большую дырку также я заделал более или менее. Так. Здесь, если мы зайдем, видим надпись «Служебное помещение, посторонний вход воспрещен». Это так. Здесь у нас передающий маяк с нашим минитменом. Здесь, если поднимаемся, сможем видеть то, что скрывает от нас вся эта конструкция. То есть тут находится куча генераторов, которые обеспечивают нас энергией. И сверху диванчик, столик и смотровая площадка. Для тех, кто находится внутри, несет вахту и блюдит за тем, что тут у нас происходит. Здесь у них, так сказать, все удобства. Диванчик, столик, лампочка и шкафчик стоит. Вот такие вот дела. Тут у нас замок. Я его почистил. Внес кое-какие коррективы, изменения. Это кухонная комната. Кухонная, кухонная. То есть все необходимые вещи, напитки всяческие. Баночки, правда, и немножко почему-то, опять же, по текстуре провалились у нас, упали бутылки с полок. Ну а так, в принципе, все очень даже ничего. Пойдем дальше. Здесь у нас напротив дверей, в таких стратегических местах, как выход во двор и выход наверх, дабы на нас не напали, не застали нас врасплох, расположены вот такие турельки. Тут дальше по коридору у нас спальные места с сундуками, кровати тех поселенцев, которые будут к нам присоединяться. И здесь у нас центральная комната, в которой у нас место для курения, место для инструктажа. Как вы видите, вот стоит терминал, передающий на вот такую вот лайт панель монитор различные кадры для брифингов, которые обсуждаются в данной комнате. Тут также у нас служебное помещение, о котором чуть попозже вам расскажу по квесту. Идем дальше. Продолжается у нас череда комнат со служебным помещением. Так, давайте вовнутрь, наверное, скафандра перейдем, так как помещение небольшое, мешается для осмотра полного скафандра. Здесь центральный вход, скажем так, охраняется пушками, скульптурами Нитмена.
расположена. Также продолжается далее по коридору наши комнаты, как видим, уже заселенные в некоторых частях, используют, скажем так, шкафчики новые поселенцы и кровати по назначению. Здесь у нас комната-кабинет, где мы можем почитать, ознакомиться с различными фактами, скажем так, архивом из жизни наших минитменов. Здесь вот в этих ящиках хранится все, что нам необходимо. Телефон, который тоже почему-то решил углубиться в текстуру стола. Ну да ладно. Так, идем дальше. Здесь у нас немножко ботанического сада, защищенного турелями, и выход наверх, на второй уровень внешнего периметра. Что ж, давайте пройдем сюда. Здесь у нас рабочее место. Вылезем из скафандра. Пусть пока что постоит здесь. А я бы хотел подойти. Давайте закроем двери. Это невежливо оставлять открытым служебное помещение. Так. Ронни Шоу, у нас тут появился персонаж. Давайте с ним поговорим. There you are. Finally. I've been waiting to talk to you. Так, узнаем у нее, кто же она. Who are you? I'm Ronny Shaw, Commonwealth Minutemen. At least I was. Back before Joe Becker got himself killed and the idiots took over. Joe Becker? Who's that? That's just sad. General Becker used to run the Minutemen. The last real leader we ever had. After he died, there wasn't anybody left with the guts and brains to pull things together. Понятно, но теперь вроде как бы я за генерала. Ну и что вам, в принципе-то, от меня нужно? What do you actually want? Heard you were trying to get the Minutemen back on their feet. Thought I'd come see the new general for myself. So what's your story? What makes you think anybody even wants the Minutemen back? Ну... Фиг его знает, что ответить тут. Скажем, что в нас просто нуждается содружество, просят нас очень много, просят помочь. The Commonwealth needs the Minutemen. People are starting to realize that. I've heard some good things. Wouldn't be here otherwise. Now that I'm here, I can see you really need my help. Так ты-то в чем можешь нам помочь? Я не понимаю, в единичном количестве. Так, хочешь в наши ряды вступить или что? Are you offering to rejoin? I guess I am, but first things first. I'm probably the only one who still remembers this, but the castle's armory was located in the West Bastion. All of our best equipment was stored in there. Weapons, ammo, schematics, you name it. Come on, I'll show you. Ну погнали, это прикольно будет. Вот здесь, значит. Good. Looks like it might still be intact. Door still sealed. Bastion hasn't collapsed. Trick now is finding a way in. Да это капец. Как туда пробраться? Do you know some way to open this door? No. And even if we could blast it open, we'd probably destroy what's inside while we're at it. If you can't go through, go around. Let's have a look at the northeast bastion. Пойдем заглянем. Иди, куда там идти. И хочу вам заметить, мы не идем по сюжету до сих пор. Мы как бы находимся еще перед первым заданием. Мы не ходили в этот город, который нас просили зайти по сюжету сразу в Минутмены. Мы еще пока что туда не ходим и занимаемся побочным заданием. Вот к чему эти задания нас привели. Well, looky here. You've already cleared it. Good job.
Let's get down there and see if there's still a way through. Ну еще бы, конечно, я почистил. А вот что это за служебное помещение. Вот что я вам хотел показать. Здесь я поставил фонарики. Вот такие вот дела. И теперь пойдем за Ронни Шоу. Посмотрим, что же в туннелях нашего замка находится. Pretty dark down here. We better watch our step. Окей, перейдем на вид от первого лица. Поставим, наверное, пушечку какую-нибудь. Давайте пистолет возьмем. Что, пойдем? Hey there. I know there was a way through down here. Ну, я вижу, что тут раньше был проход. Так, давай-ка, наверное, присядем. Кто нас обнаружил? Почему у нас Ронни Шоу красным выделяется? Что за безобразие? Вроде же наше. Так, обезвредить. Осколочные мины. Значит, нужно быть осторожней. Это может быть чревато. Так, окей. Здесь больше ничего интересного. Вижу еще одну осколочную. Так, и мне все время показывают, что нас обнаружили. А кто нас обнаружил, непонятно вообще. Здесь все заколочено, забито, значит, не пройдем. Ну, хорошо. Видимо, здесь турели стоят. Или что-то в этом роде. Раз так мелькает, то обнаружили, то не обнаружили. Так, что здесь? Мешок цемента. Пушечное ядро. О, давайте возьмем. Вдруг пригодится. Так, еще что-нибудь? Да вроде как бы нет. Ну, цемент нам не нужен. Что, пойдем дальше? Подсохранимся малость. Ага. Что-то не нравится мне вот этот проход. Может, ты выйдешь куда-нибудь сюда, выглянешь? Отлично. Меня еще одно обезвредили. Посмотрим, что здесь. Так. Вон она стоит, ты поглянь. Роторный пулемет у нас есть в кармане. Что, попробуем с него? Вот так вот. Нефиг морду баловать. И нас по-прежнему все еще кто-то обнаружил. Но кто этот кто? Непонятно. Так, не пугай меня тенью сзади. Безобразие какое. Так, а вот там, наверное, есть какая-нибудь батарейка. Ядерная, которую нам необходимо, конечно же, забрать. Так, канистра нам не нужна, предохранитель не нужна. Мешок с чем? С удобрением? Да ладно, не надо. Вот ядерные батареи возьмем. Так, лазерный мушкет. Ну давай разберем на верстаке. Так, дуршлаг, паярная лампа, хирургическая пила. Зачем нам это все? Пюре быстрого приготовления, свинина с бобами.
пустая масленка. Ух, как много всего. Ладно, пойдем дальше. Так. Берем. Давайте-ка подсохранимся, а то я чувствую, это, наверное, не последняя турель. Так. Ну, здесь мы полку осмотрели с той стороны. Посмотрим, что у нас тут. Ай-яй-яй! Черт! Не успел. Ладно. Одна взорвалась, но это не критично. А там кто-то нас услышал, узрел. Так, химлаборатория. Ну, это нам не нужно. Не бафот. Антирадин возьмем. Так, ядерный блок возьмем. Аккуратно. Эй, кто там? Тараканы? Серьезно? It's over. Ну офигеть. Такого мелкого три раза стрелял, кое-как попало. Ну ты, блин, бабулька, даешь. А еще хотела с нами воевать. Говорила, ценный кадр. Какой же ты ценный, если не может попасть в элементарного таракана. Ой-ой-ой. Серьезно? Well, I'll be. I would have never guessed the Sarge would still be down here. Don't worry, it's one of ours. Error. File corruption detected. Initiating defensive protocols. Jiminy Cricket, he's on the fritz. Look out! Let's get this over with. Resuming lethal force neutralization operation. Так, ладушки. Какое безобразие. Status report yellow. Primary systems have sustained significant damage. Reinforcement recommended. Да что ты говоришь? А! Нифига себе, он поливает. А ну-ка. Ну хорошо. Alert. Security operation in progress. Stand clear of security. Защита правопорядка, говоришь? Сейчас тебе покажу защиту правопорядка. Уродец. Our combatants are advised to stand clear of weapons discharge. Так, не рассчитывал я на такое. Вот это, блин, встреча. Да, Ронни, жестокая бабулька. He's been guarding the castle since forever, as far as I know. Окей. Ну ладно. Ну я думаю, больше таких сюрпризов не будет. А если бы у меня оружия такого не было или патронов, я бы попал здесь. Ты что, бредишь там, что ли? Завязывай.
Так, подушки нам не нужны. Давайте привстанем, обыщем полочки. В принципе, ничего интересного. Так, мин тут нету. А то они ведь могут быть. Ah, that explains all the landmines. This is, well, was General McGann. He had your job back when I first joined up. Must have gotten trapped down here when that sea beast attacked the castle. He did manage to keep the armory secure. I'll give him that much. Guess the uniform is yours now, if you want it. This old geezer doesn't need it anymore. Rest in peace, General. Your fight is done, and the Minutemen live on. Понятно, значит, там ты нашла генерала, посмотрим, что у него за форма, чуть попозже. Давайте сначала терминал исследуем. Так. И что мы сделали? Типа закрыли дверь или открыли? Состояние занято. Наверное, открыли. О, нет, закрыли. Ладно, подождите. Сейчас откроем. Извиняйте, ошибочка вышла. Так, еще один терминал. Ох, бухла-то у него сколько там в ящике стоит. Видимо, долго собирался обороняться. Так. Что в журналах пользователей? Окей. Читаем на паузу, если что. Так, укрепление позиций. Понятно все. Это, вероятнее всего, моя последняя запись. У меня кончились припасы, и я уже надеюсь, что помощь... Я уже не надеюсь, что помощь придет. Все, что у меня осталось, это ящик старого вина. Я знаю, что это только ускорит обезвоживание. Но в теперешней ситуации я предпочел бы встретить смерть тостом. Генерал Маган, Минутмен Содружества. Окей. Ладушки. Ладушки. Так, заряды плазмы, ядерные батареи. Что еще там интересного? Головной убор генерала Минутменов. Берем. Форму берем. Ну, мушкет оставь себе. Оружие твое. Так. И что же у нас тут в итоге? Так, это дверь наружу. Отлично. А дальше по коридору? Так, замечательно. Сколочные гранаты. Стелс-бой. Верстак для брони. Waiting for us. And the cream of the crop. Schematics for building artillery. Так, улучшение для лазерного оружия. Оружейный верстак. Чертеж орудия. Отлично, возьмем. Так, запчасти для артиллерии. Возьмем. Artillery? Great big guns. Blow up our enemies from miles away. Any of this ringing a bell? All right, let's get going. Don't forget to grab some smoke grenades too. Дымовые шашки.
Окей, возьмем. Так, сигнальные ракеты и дымовые шашки для артиллерии. Толстяк тут лежит. Лазерные турели стоят, можно будет поставить. Так, ядерный блок берем, патроны берем. Ух ты, мушкетов-то сколько всяких разных. Лазерных. Прикольно. Ядерный мини-заряд, супер. Ну офигеть, я в раю. Крутяк. Так, что ж, пойдем поговорим, посмотрим. Hi. Looks like you've got everything we need. Так, построить артиллерийскую установку. Пойдемте вот сюда, где поближе. Или не здесь надо построить. Эй, ребята, а где нужно артиллерию построить? Ну просто вот в этих вот местах стояли разрушенные артиллерийские установки, как я понимаю, пушки. Я их разобрал на запчасти. А теперь где-то еще нужно построить артиллерийскую установку. Или просто нужно за тобой двигаться? Ты нам все сама покажешь, да? Погнали. А, до верстака. Вот я тупень, понятно. Ну окей, оружие. И куда? Что, прямо здесь вот можно? Нет. Ну я думаю, это будет засада. Давайте где-нибудь вот здесь, вот на их местах, где они стояли, и построим, это будет интереснее. Вот так вот. Оп. Прям вот так вот. Так, стоять. Надо поставить так, чтобы было хорошо. Культур-мультур, все дела. Так, еще одна установочка сейчас будет готова. Макаром. Отлично. И четвертую пушечку. И на четвертую башенку. Так вот сейчас подвинем вот таким вот макаром. Так, а здесь у нас что-нибудь есть? О, патроны, хорошо. О, еще одна башенка, и значит еще одна пушечка. Так, вот как-то так. Еще сейчас последнюю проверим, вернее, первую, которую мы ставили. Развернем ее как положено, поставим. Вот так вот, да? Отлично. На мой взгляд, просто замечательно. Артиллерия у нас заряжена. Теперь что нужно сделать? Давайте поглядим. Это же должны же быть задания у нас по этому делу.
Так. Старой пушки построить артиллерийскую установку в замке, назначить оператора. Ах, вот в чем дело, оператора. Ну пойдем, бабуля, я тебя и назначу оператором. А ты тут ходишь без дела. Так. Пойдем сюда. Так, подожди. А почему я не могу назначить тебя? Ну-ка иди сюда. А, ты типа модная какая-то, да? Ну окей, сейчас народ какой-нибудь возьмем. У нас тут вроде как бы где-то кто-то спал. Да уже все выспались. И куда-то умотали. Народ. Вы где? Во-во, чувак, стой, стой. Стой, давай. Иди сюда. Вот тут у меня есть артиллерийская установка, офигенная. Got it. Так, замечательно. Ну я как бы назначил чувака там. Все нормально. Что ты скажешь? Ah, gosh darn, it's good to see artillery here again. So here's the thing about the big guns. They can't fire at anything too close, but their range is impressive. That's what the smoke grenades are for. Toss one of those at the bad guys. If we have artillery in range, we'll confirm over the radio and target our fire on your smoke. But first, we better do a test fire. Make sure we're hitting what we're aiming at. Ну окей, пойдем проведем испытание. Я тебя жду. Медленно ходишь. Так, видимо, куда-то нам нужно за замок, в ту сторону. А все входы и выходы, в плане того, что разбитые стенки я же загородил, поэтому сейчас можно пройти только через центральные ворота. Придется обойти их, но ничего страшного, зато на нас внезапно никто не нападет. Плюс к этому теперь еще у нас и артиллерия. Нужно будет, когда будет побольше людей, назначить еще на оставшиеся 3-4 пушки. Народ, чтобы он у нас отработал как нужно при возникшей угрозе. Бабуленцы, что ж ты долго-то ходишь, а пробежаться? Так тут у нас стенка, что ты к стенке ты идешь? Все, пришли отсюда. Шашку тебе. You see that little building over there? We'll use that for our aiming point. Keep your radio on and tuned to Radio Freedom, so we can confirm we're ready. Какой маленький домик, фиг его знает. Ладно, сейчас настроимся на радио свободы. General, if you can hear me, we're ready. Toss one of those smoke grenades into the target area, and we'll start the test fire. Да. И как я эту смок-гранату? Так, оружие. Ты-ты-ты-ты-ты, личный дозор, личная артиллерийская дымовая шашка. Вот она. Давайте поставим вот сюда, на девяточку.
Ой, не та кнопочка. Ну ладно. Так. И, наверное, нужно будет старые пушки. Так, вот это убрать. Старые пушки. Где это? Где это? Все время путаю клавиши Tab с клавишей Escape. Включается менюшка. Безобразие. Так, 17 метров. Я так понимаю, туда лучше не подходить. Давайте-ка я вот здесь вот где-нибудь встану. Так вот даже. Так. Девяточку, пожалуйста. А как кидать? Как кидать? Ну-ка, подождите. Так, артиллерийская дымовая шашка. Забросить дымовую шашку в район цели. А как? Так, дымовая шашка вроде как выбрана, да? Freedom. Офигеть. Nothing to report. Stay safe out there, everyone. И как ее бросить? Ничего не понимаю. По идее, как бы надо прицелиться, да? Да что ты будешь делать-то? Так, на девятке у нас стоит шашка. На девятке стоит шашка. Давайте пороемся в настройках управления. Назад, вперед. Мрам-мрам-мрам. Прицеливание. Вот. Удар, мощная атака, граната. Левый альт. Офигеть. Ладно. Так, вот отодвинем ракурс. Okay, we've got your smoke on the target. Вот та вот у нас пушка. Можно стрелять, по идее. Поглядим. Вон он там что-то заряжает даже. А ну-ка мы с винтовочки поглядим. Ох, мать вашу. Фига себе. Ох. Да, вот вижу, установка поднялась и стреляет. Твою дивизию. Он еще прицельно-мортирными выстрелами по всему полю работает. Офигеть, в грузовик бы сейчас не попал, чувак. А то мне тоже крантец придет. Это эпичное зрелище. Окей, сейчас поговорим. Ну крутяк, что сказать. Погнали побыстрее. Так.
Где-то ты у нас внутрях, да? Так, я не понял. 3 метра, 5 метров, 7. Ты где-то наверху, внизу или в стенку вперлась куда-то. 7 метров. Ах, вот ты где. Блин. Что ж ты сразу-то молчала? Еще спряталась за кустами. Форма-то защитная, тебя и не видать. А, это не бабулька. Good afternoon. You're tuned to Radio Freedom, broadcasting across the Commonwealth. Nothing to report. Stay safe, people. I've got to hand it to you, General. You really turned things around for the Minutemen. I never thought I'd see the day that the Minutemen had artillery support again. We should see about building them at all our settlements to expand our coverage. And Ronnie Shaw returns. She's something else, isn't she? What do you think of her? People like her. She comes across pretty hard-ass. But she's one of the good ones. I'd heard stories about her from the old-timers, but I didn't know she was still around. The fact that she's come back to the Minutemen means we must be doing something right. I'll let you know if I hear of any settlements that need our help. In the meantime, make sure to offer help to anyone that needs it. That can only help our cause. Okay. Ну что ж, как видите, вот такие вот интересные у нас истории. Так, а ты почему не можешь развернуться? А, с оружием, поэтому не можешь. Вот такие вот дела у нас тут происходят. Арсенал открыли и так далее. Пушки понастроили. Теперь нас просят такие же поставить во всех поселениях. Это увеличит охват, так сказать, боевую мощь и так далее. Вот такие вот дела. Stay safe out there. Поставим радиостанцию Diamond City. From our sponsors. Why drink dirty radioactive water when you could have it pure and bottled? Chen Kowalski's Clean Water Market. Straight from the filter. Ну что ж, вот такие next. Вот приятные мелочи у нас тут происходят. Как вы заметили, по сюжету мы не ходим, просто бродим по второстепенным заданиям. И это, на мой взгляд, очень круто получается. Занимаясь крафтом и второстепенными заданиями, мы уже неплохо прокачались и неплохо, так сказать, поднялись в глазах Минутменов. Да плюс к этому получили поддержку Минутменов, обнаружили братство стали. И теперь уже более-менее знаем, что происходит в мире. И после этого можно будет еще поискать тот сигнал братства стали, потерянного того отряда, как помните, в секторе антенн параболических, где сражался с мутантами за кадром. Мы нашли костюм и еще один экзоскелет, так называемый. И там же мы обнаружили одного из братства стали, который сидел около передающего маяка и передавал сигнал о бедствии. И нам нужно еще обнаружить несколько сигналов о бедствии. И, возможно, там, по этому второстепенному квесту, что-то будет тоже интересное, что нам поможет в будущем с братством стали. Это тоже интересная сюжетная ветвь. По ней обязательно с вами сходим. Ну а пока что на этом все. Данной серии приятных мелочей, думаю, было немало. Что ж, всем вам добра. Ставьте пальцы вверх, пишите комментарии.
увидимся очень скоро в приятных мелочах Fallout 4. Пока-пока.